В жилом районе Красный Абакан загорелась частная станция техобслуживания автомобилей. Вспыхнула крыша СТО. Одним из первых увидел густой дым сосед по улице Александр Сазанаков. Увидел дым, вижу пламя. Ну, как бы сказать, что вижу, что горит. Конечно, это неприятно. Вот, что соседи... Пожарные диспетчеры зафиксировали вызов в 13:47. На месте первые расчеты были уже через 9 минут. Огонь бушевал вовсю. Практически вся крыша здания размерами 15 на 15 метров была охвачена пламенем. По отчетам пожарных, площадь возгорания более 130 квадратных метров. Большая площадь была... На большую площадь пожар распространился ввиду того, что был использован горючий утеплитель. Причины установит дознаватель. В тушении было задействовано несколько пожарных расчетов. Пришлось даже запрашивать помощь в соседней третьей пожарной части. В итоге огонь уничтожил кровлю здания, частично повреждены деревянные перекрытия, сгорел и кузов автомобиля, находившийся в момент возгорания в мастерской. Дознаватели пока не могут назвать даже приблизительную причину пожара. Уточняется и сумма ущерба. Виктор Лушников, Станислав Колчинаев, Вести Хакасия.